Перед просмотром советую канал Флекса, но предупреждаю, если ты еще мало, то листай дальше. На этом канале выходят жесткие анти-грифер шоу и Versus Грифер. Мне понравился его качественный монтаж и море эмоций в видео, ссылка в описании. Приветствую вас, друзья, с вами Илья, и это видео будет посвящено аналитике по поводу Майнкрафт, сериалов и всего касающегося этой темы. Я не стану читать что-то вам по сценарию с листа, я просто хочу с вами пообщаться через комментарии и через опрос ВКонтакте, который будет в конце этого видео, я расскажу все. Вот, поехали. И, наверное, начну я с чего-то более глобального, а именно вообще с актуальности Майнкрафт-сериалов. Сейчас мало кто выпускает или создает машины, и их стало меньше. И мне кажется, такими темпами они вообще скатятся в никуда и пропадет такой жанр. Меня это, конечно, очень напрягает. И одним из звоночков таких стало сообщение от одного создателя, который мне написал: «А что если Майнкрафт-сериалы стали никому не интересны и никому не нужны? Может быть, уже хватит ими заниматься?» И я такой, знаете, что-то такое подумал и впал в уныние. У меня началась небольшая депрессия. Ну как небольшая? Большая. Вот. И на моем канале тем более сейчас идет проект, который очень тяжелый. Мне трудно его создавать. Одна серия в год выходит. Я вообще там молчу про это. Мне стало очень как бы обидно за то, что создатели не выпускают ничего. Серьезно, блин, актуальность сериалов падает. И давайте реально посмотрим, ребят. Наберите на ютубе Майнкрафт сериалы. И вы увидите там либо мои сериалы, либо кучу, огромную кучу школьных сериалов, которые мне даже пишут то, что «мои сериалы круче, чем твои». Это бесподобно вообще. Да, вы можете там еще увидеть старые сериалы, которые выходили по несколько лет назад от тоже хороших создателей. Но сейчас мало кто выпускает что-то годное. Может быть, я не копался в каких-то там уголках Ютуба, где еще выпускается что-то годное. Но им нужен пиар. Они его не покупают. И это уже их проблема. То, что они не хотят показывать что-то годное большей публике. Мне это, конечно, обидно, и это обидно должно быть вам, потому что вы не можете смотреть подобные шедевры от создателей. И к чему же я, ребят, все-таки веду? Когда я был в депрессии, мне пришла в голову такая печальная мысль. Может быть, стоит перестать выпускать Майнкрафт-сериалы, как это сделал один создатель? Вы его все прекрасно знаете. И я реально задумался насчет этого. Я долго думал, сопоставлял все за и все против. И, в общем-то, знаете, я пришел к весьма печальному выводу для вас. Я не знаю, как подготовить вас к этому, но, в общем-то... Ой, как сказать... Да, это будет, наверное, очень тяжелый шаг такой для моего канала. Но все-таки когда-то мне бы пришлось это сделать и сказать вам. Ну ладно. Я не знаю, как сказать, блин, серьезно. В общем-то, по завершении... Я, конечно, завершу проект, который сейчас выходит. Но все-таки... Ладно, я скажу вам все-таки, ребят, я не буду завершать съемку Майнкрафт сериалов, потому что все-таки, если я буду что-то выпускать, это будут смотреть, и это будет актуально. Да, если я буду это выпускать каждую неделю, то вы будете это смотреть, поэтому, наверное, все-таки пора переходить к менее качественному, но более количественному, вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать. И я хотел бы вас спросить. Может быть и правда, вам надоели Майнкрафт-сериалы, вам стало скучно их смотреть? Не знаю, может быть, этому жанру пора уходить с Ютуба. Пишите свои комментарии и голосуйте в опросе в группе. Ссылочка будет в описании. Обязательно перейдите, мне важно ваше мнение. Спасибо за просмотр. Это было, опять-таки, короткое видео, но очень информативное для вас. Надеюсь, что мы с вами поговорим через комментарии. Да, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скоро будут новые видео. И надеюсь, вам понравился Minecraft Story Mode, который я делал неделю назад. Что ж, до встречи в будущем, всем пока!